Погнали, сейчас попробуем. Блин, это сложно. Слушайте, а я могу прилепить их на противников? Не, не могу, мы же пробовали уже. Было бы прикольно. Это будет сложно, но попробуем. Так, что делать-то? Ой, я что-то затупил. Аптека. Бинты создаем. Блин, тут еще бронированный же будет. Погнали. Не, ну это не паршивое оружие, но будет весело. Немножко развлечемся. А как тут... Как... Как их убивать тут? Красиво, слушайте. Так, минус трое, да? Шикарная тема. Так, ладно. А я там не пройду? Или пройду? Пройду по воде. Блин, какой-то псих ворвался просто и просто подрывает всех подряд. Это прикольно. Мне кажется, они в шоке от этого. От происходящего. Так. Это точно. Что мне с ними делать? Может, подойдут? Но я не уверен. Слушайте, ну с датчиком проще, а вот с кнопкой еще будет еще сложнее. Блин, тут проблема, я буду тратить очень много хилок. Они меня просто расстреливают. Ой, а там медведь, ребят, это не я. Ребят, медведь пришел. Так даже веселее. Откуда тут медведь? Будем надеяться, что эта помощь пришла. Окей. Смотри, что делается. Сейчас рванет. Нормас. Блин, медвежатина, это... Сейчас рванет. Блин, еще и медведь за мной бегает. Ребят, шикарная тема. Еще и медведь пришел. Супер. Так, надо бинт еще использовать, как-то создать. Все отлично. Он меня съесть, хочет сожрать. Так, с дистанционным подрывом попробуем сейчас. А что у вас там за оружие, чуваки? Отлично, это взорвал. Ребят, меня сейчас убьют. А я говорю, тут сложно. Без бинтов-то будет сложно. О, черт. Блин, медведь за мной бегает. Еще музыка шикарная. Ба, там бронированный еще, ребят. Чувак, ты что тупишь? Ушел. Что происходит там у них? А, медведь там. Медведь, красавчик. Держите. Вам бонус. Они его убили. Блин, черти. Там снайпер остался и бронированный. Я попробую снайпера сейчас забрать. Потом с бронькой разберемся. Я живой? Блин, сам себя подорвал. Вот дурак. Так, хилимся. Думаете, получится забрать этого чувака? Блин, ну к нему подобраться будет тяжело. Где он? Вот гад. Я попробую подманить его сейчас. Камень. Можно ослепить было, наверное, да? Он пойдет, думаете? Давайте подождем. Сейчас. Черт, зачем я его взорвал? Так, ладно, давайте еще одну тогда поставим сейчас. Тогда с датчиком приближения. Блин, надо было заманить его. Порядок. Не, ну он же успокоится когда-нибудь и пойдет сюда, да? Попался. С ними, по
покончено. Так, он успокоился. Я что-то видел. Ну так иди проверь. Думаете, пойдет? Бен стоит, козлина. Он меня видит, наверное. Надо спрятаться. Ну, ты попал. А почему не хочет? Смотри, смотри, не идет сюда. Не, медведь мне тут шухер навел, мне понравилось. Так веселее даже было. Медведь красавчик. Так, а что мне с этим делать? Куда он делся? Ребята, он ушел куда-то, что ли? Заберу-ка. А, вот он. Блин, и что мне с ним? Кстати, может быть и заманится. Попробуем. Так он затупил, мне кажется. Но я кидаю, а он не идет. Просто тупит, стоит на месте. Может быть обойти его? Давайте попробуем обойдем. Так будет проще. Если он пойдет сюда, он нарвется на эту, которая взорвется. А мы его пока сейчас с другой стороны обойдем. Привет, мандаринка. Привет. Так. Перекроем ему отходы, проходы. Блин, я тут не пройду, что ли? Что это за прикол? Тут ребят, на него просто опасно выходить. Он просто размажет меня. Сейчас рванет. Она что, не реагирует на него? Все. Ну что, ох. Нравится, когда на вас нападают из-под тишка, а? Ублюдки долбаные. Шикарно. Спасибо, Лео. Шикарная идея, было сложно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Но мне понравилось. Так, медведь.